була в академії, ще живу в Донецьку. Я з Донецької області. Мені сюди пригласили, як стажуватися тренером. В феврале місяці я почала стажуватися, і от з сентября місяця я являюсь повноцінним тренером по пулденсу «Екзотик». Попала достатньо спонтанно, захотіла повисити свою фізичну, ну, как бы силу, можна сказати. І мені дівчинка посоветувала одна: попробуй пулденс, а не в тренажерний зал сходити, там буде більше нагрузка. Я прийшла, к Раді попала, і мені понравилось. Вот, и я начала продолжать. И у меня было такое чувство, смогу или не смогу. Я смогла и хожу уже около 3 лет. Дает уверенность себе. Девочки раскрепощаются, становятся более сексуальными, уверенными. Вот. Они начинают любить себя, и в итоге все начинают, ну, как бы, становятся более сексуальные в глазах мужчины. Это очень хорошо для девушек, для женщин. То есть они становятся более любимы. Они более любят себя, и их мужчины еще более любят их. Пока не попробуешь, не поймешь. Когда видишь, это одна сторона, а когда ты приходишь на тренировку и ты занимаешься с тренером, с девочками, ты смотришь, это такая атмосфера, вот она другая совсем, не такая, как мы на сцене видим. Это так интересно, это сближает, это круто вообще. Когда мы начинали академию, у нас было всего-то навсего там 20-30 абонементов куплено. По прошествии 5 лет, сегодня у нас день рождения 5 лет, нас стало намного больше. Вот даже сегодня у нас 150 человек, только гостей присутствуют в палате, где у нас проходит день рождения. И это все наши клиенты, это наши и гости, и клиенты. Нас много, мы растем, развиваемся и не остановимся на достигнутом. Много чего интересного, но из того, что могу раскрыть, это чемпионат по стриперстайл экзотик пол дэнс в апреле. Будет еще много нового интересного летом, но пока это тайна. Также хочу сказать, что у нас будет 2 мобильных приложения, мы сейчас разрабатываем. Это впервые на Украине. Школа пол дэнса будет иметь свое мобильное приложение, которое будет доступно в App Store. Отдельно приложение про чемпионат и отдельно про академию. То есть мы идем в ногу с технологиями. Очень необычный вид спорта, потому что это в первую очередь красиво. Не просто снаряды, не просто какие-то там движения. А это, кроме того, что это спортивно, это еще и красиво. Ну и плюс открытое тело, это всегда взгляд притягивает. Полденс развивает любовь к себе, любовь к своему телу, к жизни. Открывает глаза, мир наполняется яркими красками. Это очень здорово. Раскрывает какую-то внутреннюю женскую энергию, и на это приятно смотреть, как женщина начинает себя реализовывать, этот потенциал, который скрыт в ней. То, что она раскрывается, это одно дело, но все-таки порадовать глаз мужчины, ну, это же тоже нужно. Желаю успехов творческих, достижений цели тех, которые она в будущем сама себе поставила, и процветания. Конечно же, еще расцветать, расцветать и расцветать, побольше вот таких вот ярких мероприятий, побольше хороших клиентов, побольше всяких там призеров от академии, конечно же, и никогда не останавливаться, всегда развиваться. Я от чистого сердца желаю академии, ну и, собственно, Раде дальше развиваться, не останавливаться на достигнутом, чтобы расширяться, открывать новые филиалы.
университете, неиссякаемого потока талантливых, очень благодарных и старательных клиентов, трудолюбивых. Ну, в первую очередь, развитие. 5 лет – это уже немало. Хочется, чтобы это было как можно более масштабно, не только в рамках Одессы, но и как минимум Украины. Милые дамы, милые женщины, милые девушки, одесситки, и не только одесситки, и гости нашего города, просим вас, желаем вас видеть в нашей академии. Обещаем вам море эмоций, море впечатлений. Девочки, вы не пожалеете. Придите, попробуйте, и всем понравится, без исключения. Вставайте, идите, хватит сидеть. Скоро весна. Девочки, встаньте и придите, оденьте каблуки и танцуйте. Танцуйте, и вы увидите, как изменится ваша жизнь.